Здравствуйте, всем привет, с вами Куша. Будем смотреть матч Рома-Лестер, может быть один матч, может два, не знаю, посмотрим. Это Лига Европы, стыковые матчи, поехали. Навес. И ничего. Е-спортс уже сотый его приход, так сказать, в клуб. Не знаю, как он себя покажет, но пока так нормально вроде кого-то обыгрывает, кому-то проигрывает. Вышел он, в общем, в Лигу Европы, хотя мог и пойти, в принципе, и в ЛЧ, но не смог обыграть Баварию, поэтому попал лишь в Лигу Европы. Сойер там разгромил свою группу. Сойер научился у нас задрачивать по флангам, не только навесы делать, а еще и скатывать, поэтому у него новый арсенал. Ну а Эспортс по классике старичок, который играл турниры в PS6. Сыпется из него уже песок, но он все равно играет достойно. Он не бегает кот там нормально. Посмотрим, что будет далее. Комментариев по минимуму, не хочу ничего говорить об этом матче. Просто смотрите, наслаждайтесь. Флоренцо будет навес. Не, не хочет. Там Рамирес неплохо. Берё. Делейни. Как обмотал сладенько, а? О, это Скотт. И навес. Да, хорошо. Ударгол, ударгол, ударгол. Тащи. Праздный Ашайн. Тринкара забивает. Какой же гол отличный. Сойер просто молодец. Топим за АПЛ, конечно же. Лоренци, Бабакар на фланге играет. Е-спортс продрачивает, скат не получается. Не так просто будет Е-спортсу, не знаю. Может быть, конечно, он разгромит Сойера, но... Даргол. Анхель Каррея сравнивает счет. Достаточно легко у него это получилось, вообще никаких... Сложности не возникло в атаке. Скат. И тут просто непонятный какой момент. И Шмейхер не тащит мяч. Сравнивает Рома счет. Пока 1-1. Скоса. Неплох удар. И нет гола тут. А Брайтон не забиваем гол. Так, ну что ж, атака Ром пока безрезультативна в этом плане. Скотса. Не, не хочет он Олдервейт. Пас на Корею. Корея. Дероси. Чизик. Ну, Сойер пока нормально играет в защите, кроме одного момента, который он позволил сотворить у своих ворот, который, так сказать, голом и закончился. Блокар, соответственно. Блокар. Неплохо. Тут Морган. Слайдинг отличный демонстрирует. Андре Сильва. Любимец Сойера, кстати. Берё. Можно оттуда ударить. Делейни. Пас на Айбрайтона. Догоняет он мяч. Играет стеночку с Раджой. Сейчас будет навес. Пытаться, да? Нет, скатики. Все. Ну, хватит. Надо намешивать. Видишь, на... первый же гол с навеса. Так что, в принципе, классика. Разгоняет атаки через Бабакара. Видимо, в конде у него Бабакару. Двоих на замахе, как детей, троих проходит. Четверых скатывает. Очень плохой скат. Удар и не попал. Чизик. Хорошо, Бабакар продрочил троих, как лохов. Обошел на замахах. Клабовский играет сейчас Е-спорт. Чисто по-клабовски, но не получилось. Но я думаю, то ли еще будет. Хороший пас, отлично. Там же великолепный прием от Брайтона. Костич.
Костич. Деросси. Пас на Бубакар. Нет положения игры. Бубакар на замахе убрал. И, ох, Сойер у нас умеет уже из-за вратаря. Ничего себе, Сойер просто молодец. Улучшает свою игру. Видимо, не зря на 10 проектах играет. Сява там вообще за сборную играет. Не знаю, это какой. На ВК-проекте, да? Не в курсе. Ой, неплохо. Продавчу удары. Ай-яй-яй-яй-яй. Неплохо, кстати. Хорошо обмотал. Тут обязан был забивать. Все сделал правильно. Но, видимо, забоялся он подката. Пока тащи. Тобик. Отличный пас. Палмери. Пас на Корею. Корея. Анхель Корея хоть штрафную. Одно обмотал, второго не смог. Дилейни. Нынгалан. Чизик. Гаросси. Корея. Корея неплохо. Можно с этого убивать. Корея удар. И Шмехель тащит. Ну, плохой этот удар, откровенно говоря, был от Кореи. Мог в угол попасть, он прям по центру ударил. Самый худший вариант, который можно было предположить. Но у Кореи реально хреновый удар, там зеленый. Хотя в жизни, может, получше, не знаю. Ну, вроде он там больше голевых отдает, чем забивает. Ну, это ж ПСД хреновая. Там только игроков Ливерпуля рейдят. Корея, еще один момент, удар, гола, нету вновь, Корея, ай, как же запарывает, у меня тут только в пустые ворота мог добивать. Вот, пока более-менее нормальный футбол демонстрирует команда. Пока 1-1. Чизик, Костич. Костич перешел на фланг, Бубакар стал центральным, наконец-таки. И от спорта потребовалось 30 минут, чтобы понять, куда надо вовремя поставить грамотно. Так, Дилейни. Албрайтон. Костич. Бежит, входит в штрафную. Навес неплохой на Корею. Корея обработал. Хотел дать пас, но не получилось. Тут Чиви. Албрайтон. Рамирес. Неплохой пас. Тункара. Тут Коста Смоновас, конечно, его вытесняет. Скиллами, скиллухами. Чизик неплохо. Чизик. Пас, подход. Чизик можно бить. Удар. И неплохой удар, кстати. Мощный. Но не точный. Ну что ж, завершается у нас первый тайм первого матча. Не знаю, будет что-то интересное в концовочке. Ну, может быть, кто-то в раздевалочку оформит мячик один. Так сказать, горешник. Деросси. Перехват жесткий пока. Перехват. И тут Альбрайта сучок. Возможно, будет какая-то перестановочка. Ну, такой неопасный удар достаточно получился. Посмотрим, как будет завершаться этот угловой навес. И Сойер пока не может еще один гол забить. Нынгалан неплохо начинает атаку. Нынгалан. Костич хоть в штрафную. Нужно кому-то пасовать. Костич нет. Все читает. Лести. Ну что ж,
Давайте уже закончим первый тайм. Опять добавленного времени опять где-то минут 20. Можно играть. Корея хоть софнула, но нет. Третий момент. Корея запарывает подряд удар. Неразбериха. И все. Пока первый тайм заканчивается. Ну, равная игра. Может, чуть испортится больше в атаке. Но сейчас будет хост, в принципе, Сойера. И посмотрим, что это может измениться. Может, действительно будет прям жесточайшая борьба. По моментам, ну, чуть-чуть Еспорт лучше был. Тут надо признать. Как... Юси, да отстань от меня. Кот. Так, ну что, Сойера. Сейчас будет некое микропреимущество. Хост его. Да хватит уже мигу, все. Отстань от меня, малыш. Корея разворачивается, Корея задрачит Корею, удар и гола не будет. Сейчас привет коту, надеюсь, будет. Нет. Опасный пас, на самом деле. Вполне Сойера, и тут привоз. Косич 1-1, удар и вновь Шмехер. Шмехер реально тащит. Два момента затащил, в принципе, неплохо сделал все. Но Сойер, конечно же, надо было переключиться на защитника, как сделает это кот и спокойненько выбить. Рамирес, неплохо. Сойер, давай, начинай контратаку. Ну, вот сейчас Рома могла забить уже, и было бы, так сказать, нервозно. Но мальком, левый удар и сейф. Но там, мне кажется, не летело мимо ворот, но вратарь посчитал, что нужно отбить. Навес и гол! Вот так вот. Тащи. Мальком, да, красиво. А, нет, это Бели. Ну, Сойер второй почти с головы забивает. В принципе, это считается. Ну что ж, Роме опять надо отыгрываться. Я не думаю, что у Еспорца будет эта проблема, так как видно, что Сойер плохо все-таки держит фланговые прорывы игроков Кореи и Костича, поэтому угрозы оттуда будут. Другой вопрос, забьют ли? Шмехель пока хорош. Вселился в него батя. И тащит пока все голы, которые могли бы забиваться. 55-я минута встречи. Ну, отличный навес. Прямо в руки вратаря мяч летел. Он решил отбить. Так, Дероси. Дероси может дальним ударом поразить ворота. Чизик. Чизик, удар и... Мимо. Только пастор умеет, да, Чизика бить. Отстойный удар у Чизика. Какой раз уже. Ну, у него хреновый, да. Все-таки бегунок. Очередная пауза. Актерская. Еще надо будет отойти. Секунду.
Удар, гол. Какой же гол Скока забивает. Просто скат, удар и гол. Это скриптовый удар под перекладину, не берущийся период, не может его вытащить, ребятки. Итак, вот 3-1 Лестер повел в счете, уже так достаточно комфортно. Но не забывайте, что возможно будет два матча, может один, не знаю, но это точно первый матч в любом случае. Ну, я к тому клоню, что, может быть, Сопы решат взять паузу, как бы. Не всегда играют два матча сразу. Дилейни, Скорсо, Мальком, неплохо. Скорсо выход 1-1, нет. Плохая обработка мяча, но там ему мешали. Ну, вы знаете, Сопы действительно достойно выглядит против eSports, потому что eSports, ну, явно на голову сильнее соперника, но... Молодец, Сопы. Не теряется парень. Молодой человек это как, да? Так, Мальком. Обработал хреново, но он остановился. Не. Надо было что-то делать. Уже с мячом расставаться, как говорится. Потому что когда он не расстается с мячом, то теряете, соответственно. Базуркин сейчас будет подавать мяч. Я угораю, когда, конечно, Базура ставит на правый фланг полузащиты. Что-то игрок центральный, но, в принципе, по статсам может играть флангово. Не знаю, Базура жалко, раньше у меня в Аяксе играл, сколько, 10 сезонов. Очень был крутым, особенно когда его прокачали в PSD. Он еще был молодым, но сейчас его как-то никто не качает, и он реально каким-то слабеньким. То есть игрок без защиты, без атаки. Только баланс такой посредственный, ну, для центрального полузащитника. Есть некие пасы и такая скорость по 80 там где-то. Ну, реакция и ловкость такая же. Посмотрим, может, eSports что-то пытается изменить уже в этом матче. Но в любом случае, мне кажется, камбэк какой-то будет. Причем, возможно, будет мощнейший, но eSports уже не торт, это точно. Выходит Драг. У меня Драг и выходит Драг. Прикольненько. Сорь в атаке. Навес очень плохой. Но отскок под, был под лак. В стиле Сойера, в принципе. А, здравствуйте. Кого? Да? Warface? Нормально. Ты как? О, это этот друг. Костигай. Thank you.
result in this one, and the only result that fits that bill is a win. He's certainly got the money's left to be. It was a really good game. I think the draw was a fool's out.